Моя точка зрения не соответствует вашей точке зрения. Почему вы на меня орете? Это моя личная точка зрения, это мое личное желание. Хочу разговаривать о том, котором я хочу. Месяц век хожу, Зачем мне указывать, как мне разговаривать? Что говорить, а? Кто я? Да предатель, не предатель, это не вам судить меня будут. Ни вы меня рожали, ни вы меня воспитывали. Ни в той стране я рос, которую вы сейчас пытаетесь мне доказать что-то. Я рос в Советском Союзе. Я рос в стране, где русский язык был единственным языком. Где все, с детства начиная, было только на русском. Ни капли казахского. Где меня, как казаха, ставили друг друга, как палатку. И где я доказывал, что я казах? Кто вы такая, чтобы мне говорить, друг? Кто я такой, предатель или нет? Вы проходили все это? Вы казах? Среди русских, когда вас угнетали, как национальные элиты, блин. А? Подождите. Вы проходили это? Чего вы тут? Подождите. Подождите, я... Я казах! Я здесь жил, рос, родился. Ну? Я отставил все свои интересы. И я буду разговаривать так, как я хочу. Нет, казах, не хочу я с вами разговаривать на казахстве. И вообще не желаю разговаривать. И нечего мне потыкать здесь, как вам удобно.